Дорогие друзья, вас приветствую в магазин техники «Хочу iPhone». У нас в продаже iPhone 14 Pro в таком красивом черном цвете. Данная модель на 128 гигабайт. Комплект полный, коробка, шнур. Коротко по внешнему состоянию данного смартфона. Сзади телефон у нас в хорошем внешнем состоянии. Присутствуют небольшие потертости у ободков камер. На работу, скажу сразу, никак это не влияет, только вот на внешний вид. Стекла также целые. По торцам присутствуют потертости. Вмятинок нет. На дисплее наклеено защитное стекло. Под ним есть глубокие царапины, маленькие царапины и потертости. Скажу так, дисплей, откровенно говоря, в очень плачевном состоянии в плане царапин и потертостей. Там их очень-очень много. Но мы наклеили защитное стекло так, что данных царапин почти не видно. Осталось вот буквально одна-две царапины, которые видно через защитное стекло. Также хотелось бы сказать, что эти царапины влияли только на внешний вид, на функционал абсолютно не влияли. Дальше пошли. Как уже я вам сказал, телефончик на 128 гигабайт. Данная модель Япония. Что это означает? Одна физическая сим-карта, нано, да, а вторая электронная eSIM. Все как мы любим. Состояние аккумулятора у данного смартфона 92% показывает. На телефоне, на компьютере по программе 95%. Батарейку держит отлично. Что хотелось бы еще сказать по поводу данного смартфона? Телефон полностью исправный, все функции работают идеально. Ничего не менялось, ничего не ремонтировалось в данном смартфоне. Такой вот красавчик от компании Apple, iPhone 14 Pro в черном цвете на 128 гигабайт. Комплект полный. Еще раз повторюсь, единственный минус данного смартфона – это его внешний вид. Есть потертости на ободке камеры и царапины на дисплее, которые прикрыты защитным стеклом